Рецепт приготовления чизкейка с карамелью из сгущенного молока и шоколадной глазурью. По этому рецепту у вас получится примерно 64 ломтика чизкейка. Список ингредиентов в конце видео. 1. Разогреть духовку до 160 градусов, установить противень в центре, выстелить квадратный противень двумя листами фольги, оставляя 5-сантиметровые навесы со всех сторон. 2. Сделать заполнение, высыпать желатин на молоко в миску и дать постоять 2 минуты для размягчения, взбить сливочный сыр, яйца, соль и желатиновую смесь в миске электрическим миксером на средней скорости, около 2 минут, затем перемешать осторожно с молочной карамелью. Чтобы приготовить молочную карамель, вылить банку сгущенного молока в кастрюлю с толстым дном, установленную над другой кастрюлей с кипящей водой, и варить на слабом огне, периодически помешивая, в течение 40-50 минут, до загустения и карамельного цвета, снять с огня и взбить до получения однородной массы. 3. Вылить начинку поверх теста, разровнять и выпекать в духовке около 45 минут, дать чизкейку остыть на противне около 2 часов, охладить в холодильнике около 6 часов. 4. Сделать глазурь, крупно нарезать шоколад, нарезать масло на куски, смешать все ингредиенты в пароварке или небольшой металлической чаше, установленной над кастрюлей с кипящей водой, варить, помешивая, до однородной массы, залить равномерно глазурью охлажденный чизкейк, поставить в холодильник на 30 минут, нарезать на квадраты и подавать. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Сахар, 2 столовые ложки. Топленое сливочное масло, 3 столовые ложки. Желатин, 1 чайная ложка. Заполнение. Цельное молоко, 1/4 стакана. Заполнение. Сливочный сыр, 240 грамм. Заполнение. Крупные яйца, 2 штуки. Заполнение. Соль, 1 чайная ложка. Заполнение. Сгущенное молоко, банка, 1 штука. Заполнение. Горький шоколад, 90 грамм, глазурь. Несоленое сливочное масло, 1/4 стакана, глазурь. Кукурузный сироп, 2 чайных ложки, глазурь. Количество порций, 10-12. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.